Меняются местами, смещаются в центр. Ну и у Азара великолепный дриблинг с отличным ударом этот футболист. Марсиаль, передача на Мату. Мата пасует на Ботвинга Джексона. Джексон делает простую передачу. И вот здесь удар по воротам. Гол! Какой мяч! Какой мяч забивает Лингард! Гол! Шикарная комбинация! И в девятку с близкого расстояния Лингард пронзает. Вот это да! Смотрим еще раз. Классная комбинация. Марсиаль. Передача на Мату. Мата на Ботвинга Джексона. И вот здесь Руни и Аспиликуэта. Из-под испанца забивает Лингард. Не успевает подбежать и Матич. Вот здесь, смотрите, быстро. Но здесь надо отдать должное Джесси. Как лихо он развернулся. Ну, это хорошо, конечно, рассуждать нам, сидя у экранов телевизоров. Что, конечно, здесь Матич и Аспиликуэте нужно было порезче атаковать Лингарда, быстрее выбрасываться. Но Руни каков, а? И опять Ботвинг.